Михаил, добрый вечер. Ваши впечатления об игре? Многое, конечно, не забили. Технически, конечно, много брака было. Игра, в принципе, неплохая. Правда, тяжело дышать. Вот в начале у вас, вашего игрока, была травма. Вас, конечно, сильного игрока травмировали в центре. Буквально там на первых минутах. Как бы тяжело было без замен бегать. Противника 5 замен было. А так, в принципе, игра неплохая. Спасибо сопернику. Жестких травм, ничего такого не было. С исключением травмы. Нашему игроку пожелаем здоровья. Пусть выздоравливает. Ну, а так, за красивый футбол. Вот в первом тайме много голов забили. Во втором была вероятность расслабиться? Ну да, мы пропустили с пенальти ненужные. Много как бы обрезов было. Вратарь очень сильно нас выручил сегодня. Но практически все потащил. Пенальти почти угадал. Так, да, игра хорошая. А вот по игре можете кого-то выделить? Да, в принципе, Ахмед хорошо в центре сыграл, Сергей Бордиенко тоже. Много били, конечно, ну и много не забили. Так игрой довольны? Да, игра хорошая, в принципе. Все, удачи вам тогда. Спасибо.